наступлением нового 2024 года россиян ждут изменения в сфере жилищно-коммунального хозяйства, а также недвижимости. Так, с 1 января изменилась дата уплаты земельного налога по повышенной ставке при нецелевом использовании земельных участков. В начале февраля в силу вступит закон, который установит границы населенных пунктов и территориальных зон, несмотря на пересечение ими границ земельных участков. Кроме того, в феврале сократится срок на подготовку документов для исправления реестровой ошибки. В апреле в силу начнет действовать закон, который ускорит перевод жилого помещения в нежилое и уточнит понятие перепланировки. А также в мае изменится порядок оформления прав на отдельные виды объектов недвижимости. Новые правила будут регулировать порядок публикации сведений об объекте недвижимости в ЕГРН. 1 сентября общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме сможет принять решение о проведении обследования технического состояния дома, включенного в региональную программу капитального ремонта.